Днем в 16.00 на пульт противопожарной безопасности поступил вызов в район свинцового завода. Прибывшие к месту возгорания пожарные обнаружили, что горит крыша одного из пустующих цехов. К счастью, никто не пострадал. Нанесен незначительный материальный ущерб. Выясняется причина пожара. На трассе Шымкент-Алматы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись КАМАЗ и автомобиль марки Toyota. Удар был настолько сильным, что автомобиль деформировался, и водитель оказался зажат в салоне. Очевидцы вызвали бригаду спасателей. Те, в свою очередь, с помощью специального оборудования разрезали металл автомашины и вытащили пострадавшего. Тот сразу был передан бригаде скорой помощи. Ведется расследование. Еще одно крупное ДТП случилось в городе Шымкента ранним утром около 8 часов. На пересечении улиц Дулати и Кожанова столкнулись автомашины Mitsubishi Outlander и Mercedes. К несчастью, водитель Mercedes скончался на месте происшествия. В данный момент ведется расследование причины аварии. Вызов принят. Выезжаем.